Я бы сказал, ну, слава тебе, Господи. Понимаешь? Потому что как-то вот стали привязаны к этому быть, ко всем новостям, и все, уже не хочешь, думаешь, они мешают жить. Мне лично мешают жить. Потому что я не могу уже без этих новостей. Мне надо посмотреть, понимаешь, ну что случилось, что, ну, все равно переживаешь. Переживаешь за все, что происходит вокруг, на Украине, там, в Израиле и так далее. И, понимаешь, и ты смотришь новости, ну как, что-то изменилось, может быть, уже одни и те же новости, да? Через час-два, ну что-то изменилось, понимаешь, и ты все время смотришь, они мешают лично мне жить, например, в том смысле, что я бы больше бы занимался творчеством, понимаешь? Больше читал бы, больше. Вот это. И я себя ловлю на этом, что это мне мешает. И вот хорошо, что он на... Сколько там он сдох, на сколько времени, да, этот аккаунт? В смысле, я имею в виду ВКонтакте, да? И я думаю, молодежь какая-то, и люди подумали, что как хорошо. Как хорошо заняться другим, понимаете, и вздохнуть. Просто вздохнуть и подумать о другом. Вот, в этом смысле.